Москвы, даже какие-то провинции. И несмотря на то, что он был очень как бы, хорошо художественно образован, он просто млеет от восхищения народным культурным художником. Вот. И они решают сделать, уже через полгода делают выставку ДК Дзержинского. Это была первая крупная, по сути дела, выставка в Советском Союзе на именного художника. Она была настоящая, с роста, в огромных залах, там более сотни работ было вывешено. Впоследствии понимаешь, что эта выставка, конечно, имела огромное значение для истории наивного искусства.